Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня, и я продолжаю серию своих видео из Санкт-Петербурга. И сегодня я еду в Петергоф и буду вам показывать красивейшие фонтаны. Ну что, я еду в метро. Обязательно нужно надевать маску. До Петергофа я решила отправиться на электричке с Балтийского вокзала. Мой план не удался, потому что ближайшая электричка в Петергоф будет в 10:10, а сейчас на часах только 10:00 утра. Но отсюда можно отправиться на автобусе. Идемте искать. Обратите внимание, если вы планируете добираться до станции Балтийская, как я, вы можете попасть в пробку, так как эта станция расположена недалеко от центра города. Поэтому я советую доехать до станции метро Автово и уже оттуда с автобусной остановки уехать в Петергоф. Я уже приехала в Петергоф, доехала я довольно быстро, буквально за 30 минут. И сейчас направляюсь в Нижний парк. Верхний парк, к сожалению, закрыт на реконструкцию. Может быть, это даже хорошо. Скоро увидим его уже обновленным. По Верхнему парку мне, конечно, тоже очень хотелось погулять, хотя самые красивые фонтаны находятся в Нижнем парке. Верхний сад закрыт на реставрацию. Бесполетная зона. Вот так вот. Посмотрите, какое интересное деревянное здание. Оно тоже на реконструкции. Перед входом в Нижний парк здесь находится небольшой сквер, который называется Разводная площадь. В 19 веке на этом месте разводили дворцовый караул. А там находятся кассы и сам вход в Нижний парк. А вот это уже называется Золотая осень. Посмотрите, какая красота! Я уже в парке, мне билет обошелся в 450 рублей, и не забывайте брать с собой российский паспорт, потому что его нужно будет предъявлять при покупке билетов, если вы не хотите переплачивать. Здесь также можно сходить в музей, экскурсия проводится каждые полчаса и стоит билет 400 рублей. В музей я так и не попаду, потому что затеряюсь среди царства фонтанов. Когда Петр I задумывал летнюю резиденцию под Санкт-Петербургом, он хотел, чтобы она получилась не менее роскошной, чем Версаль. Интересный факт, что вся водопроводная система Петергофа, в том числе и фонтанов, работает без единого насоса. Ее план разрабатывал лично Петр I, и основан он на принципе естественного движения воды в водоемах. Сзади меня находится величественный, красивейший фонтан Самсон. Это целое произведение искусства. Самсон разрывает пасть свирепого льва. Это памятник великим русским победам. 27 июня 1709 года, в день памяти святого Самсония, считавшегося покровителем русского войска, шведская армия была уничтожена, а лев, как часть шведского герба, символизировал Швецию и ее короля.
А еще вокруг скульптуры можно увидеть 8 дельфинов. Они символизируют спокойное море и резвятся вокруг Самсона. Так как я приехала в Петербург до 19 октября, мне повезло, потому что после этой даты фонтаны уже закрывают. Площадь парка составляет целых 102 гектара, это приблизительно 102 футбольных поля с трибунами. А это римские фонтаны во множественном числе, потому что их тут два. Свое название они получили из-за сходства с фонтанами в Риме, в центре площади перед собором Святого Петра. Как вы считаете, похоже? А этот каскад называется «Шахматная гора», и вокруг него расположено 10 мраморных фигур в виде античных богов. Здесь также можно покататься на экскурсионном электромобиле. Видите, люди сидят, слушают и им рассказывают об этом парке. На территории парка также находятся такие аппараты, где вы сможете приобрести маски и перчатки. Вот они цены. По 50 рублей получается. И маски, и перчатки. И вода. 130 рублей. В этом парке даже очень много белочек. Там, где люди стоят, только что пробегала, и вон побежала. Посмотрела, что у меня ничего нет, и убежала. Здесь обычно работает фонтан, льются струи, можно зайти туда вовнутрь. Очень красиво смотрится, но сейчас он уже не работает. А за этим забором находится лебедь-шипун. Здесь написана вся информация. Эти лебеди вообще обитают в северной части Европы и Азии. Убедительно просим вас не кормить животных, это вредит их здоровью. Тут их даже два, и вместе с ними плавают уточки. Я гуляю по парку и все никак не могу налюбоваться этой красотой. И я ни капельки не жалею, что я приехала в Петербург именно осенью, потому что мне кажется, здесь прям вся чувствуется вот эта питерская атмосфера. А сзади меня находится фонтан Пирамида. Он тут появился еще при Петре I по инициативе самого императора. Прообразом этого фонтана является Версальский фонтан под названием Обелиск. А напротив фонтана стоят деревья, имеющие форму также пирамиды. А я подошла к восточному лабиринту, который находится в восточной стороне парка. Здесь довольно малолюдно, потому что лабиринт находится на окраине парка, там уже забор. Идемте погуляем.
лабиринт был создан по приказу Петра I. Образцом для него послужил типовой рисунок из французской книги 18 века по теории и практике садоводства. Называемые зеленые стены из кустовой липы рассчитаны на формирование живой изгороди высотой более 2 метров в течение 3-4 лет. В баскетах высажены декоративные яблоки. Из этого лабиринта можно выйти прямо к Финскому заливу. А вот и Финский залив. Даже не верится, что я сейчас стою у Финского залива, ведь большую часть своей жизни я все-таки вижу Черное море. Хотя Финский залив чем-то напоминает Черное море, только без соли и медуз. В этой части парка ведется реконструкция, а с этой стороны находится дворец со сложно произносимым названием. Я нахожусь у дворца Монплазир. С французского название переводится как «удовольствие». Это любимый дворец Петра I. Когда император приезжал в Петергоф, он останавливался именно здесь. Петр I выбрал именно это место, откуда были бы видны и Кронштадт, и Петербург, куда можно было прибыть на своей любимой яхте. Петр I лично делал наброски и рисунки дворца. В соответствии с ними архитекторы уже создавали проект. Что интересно, этот дворец ни разу не перестраивался, поэтому мы его можем видеть с вами в первозданном виде. Еще хочу обратить ваше внимание на фонтаны Шутихи, диванчики. Их вид не менялся с 1723 года. В петровское время эти шутихи носили название «мочильных мест». Этот фонтан примечателен тем, что был построен одним из самых первых в Петергофе. Все фонтаны Шутихи работают по одному принципу. Вы подходите, вас как будто невзначай обрызгивает водой. На самом деле не хочется никого разочаровывать, но тайны тут никакой нет. Как правило, фонтаны Шутихи управляются смотрителем, и здесь, как видите, установлена специальная будка. А здесь находится фонтан Адам. Это один из парных фонтанов. Дальше, если пройти по аллее, будет фонтан Ева.
отдаляемся от Адама, идем к Еве и подходим с вами к центральной части парка. Да, то, что я вам показала, это еще далеко не все. Здравствуй, Ева. А этот каскад фонтанов называется Львиным, и он отличается от других фонтанов в Петергофе своей лаконичностью и тем, что здесь нету позолоты. Недалеко от Львиного каскада находится дворец Марли со своими двумя прудами. Назван он в честь того, что в 1717 году Петр I посетил французскую резиденцию Людовика XIV, которая называлась Марли-Леруа. Как вы уже смогли заметить, в этом дворце нет никакой изысканности. Он уникален своими простыми одинаковыми пропорциями. Дворец Марли использовался как гостевой дом для проживания знатных особ и членов императорской семьи. Чтобы вы понимали, я уже гуляю здесь 5 часов. Полностью, конечно, физически я не смогу обойти этот парк. Если смогу, то очень сильно устану и замерзну, потому что мне уже холодно. А это фрагмент модели декоративного убранства. Большой Петерговский дворец, 20 век, гипс. А вот так вот Петергоф выглядел в 1948 году. Задумывая построить архитектурное сооружение по своей красоте, не уступающее французскому Версалю, Петр вряд ли предполагал, что Петергоф будет настолько поражать своим масштабом и роскошью. Из парка, когда выходите, есть и чебуречная, и шаверма. Имейте в виду. А я приехала еще к одной достопримечательности в Петергофе. И, как мне кажется, ее незаслуженно обходят стороной. Это вокзал. Петергофская железная дорога относится к первым в России. Здание было построено в 1855-57 годах, выполнено в виде итальянского собора, который находится в городе Орвиетто. Старейшему зданию более 150 лет. На привокзальной площади стоит памятник основателю Петерговской железной дороги барону Штиглицу. Вот так вот он выглядит внутри. Вот такой ангар. Очень красиво, атмосферно.
А у меня было все на сегодня. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. И увидимся с вами уже в следующих моих видео. Всем пока!